Добрый день, дорогие друзья. Может ли день выборов стать праздничным днем? Да. И он стал для меня праздничным днем. И почему? Вчера в субботу, накануне выборов, 17 марта, я проводил занятия, и после занятий одна женщина позвонила мне и говорит, что у нее пропал кошелек. И она его оставила на видном месте, вот там, около музыкального центра. И у нас в бассейне есть видеокамера, которая просматривает весь бассейн. Я ее успокоил, я говорю, не волнуйтесь, мы найдем человека, который взял ваш кошелек. Там были кредитные карточки, наличные деньги. Конечно же, она сильно переживала. Я тоже пришел в волнение. И я сразу помолился и спросил, говорю, Господи, что ты хочешь через это обстоятельство сказать мне? Что ты хочешь через это обстоятельство сказать этой женщине? И сегодня я еду на работу утром, и вахтер звонит мне и говорит, Анатолий, нашелся и кошелек, и сумочка этой женщины. Я, говорит, вечером после всех занятий делал обход и в женском душевой обнаружил сумку, и в ней кошелек. И в этом кошельке все деньги и все кредитные карточки, все на месте. Слава Богу, в прямом смысле этого слова. Потому что Бог наш, Он слышит. И многие подумают, а это просто случайность. Случайности не бывает. Случайности не бывает. Но это обстоятельство, оно все равно должно заставить и эту женщину, и меня о чем-то задуматься. Меня о том, что Бог все знает, видит. И он в состоянии все поставить на свои места в жизни каждого человека. А вот что для этой женщины? Помолится ли она? Скажет ли ей Бог об этом? Это уже ее тема рассуждений. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.